Магазин. У меня фул хп, да. А, ну я ж только что умерла. По-моему, надо купить жизнь. Нет, надо купить оружие. Блин, или жизнь. Ну какая разница, все равно пососу сейчас на трех этих штук. Оружие просрешь. Да, оружие жизнь тоже просрешь. Да, если есть. Но все равно, ну что-то покупать надо. Сделайте нюха погромче. Ну ладно, давайте. Давайте возьмем жизнь, чтобы успеть больше уровня посмотреть. Ну, кстати, логично, да. Ой. Вот так меня лучше слышно, пацаны. Ой. Здесь чатик читать. Опять. Это уже начинает раздражать. Это последний. Да, да. Но здесь, но здесь улетят вверх все. Щады. Доброе утро, Каныч. Миш, нормально с первого раза. Привет, Каныч. Кроме той. Так, сейчас будет... А, все, первый босс. Короче, ему надо стрелять сейчас еще писюльку. Ну, в ту. Ну... Ты представляешь, когда так, такие боссы, им всем нужно стрелять светящуюся писюльку? Иногда бывает, что у них есть светящаяся писюлька, а стрелять нужно в голову. Вот это вот, вот это вот. А, надо было стрелять. В неё? Нет, в писюльку. Ну, можешь, конечно, и так, но... Видишь, она сразу едет на тебя, после того, как ты её... Прям, плохая идея. Ты гораздо быстрее убьёшь писюльку, я тебе отвечаю, чем потратишь дамага. Ну, то, что писала мать по единичке, то, кстати, да. Или вот этот волосатый трап, да. Добрый день, Скайуокер. Подожди, я нашла страту. Короче, я буду трех таких боссов убить, чтобы добраться до вас, босс. До твоих вас, босс. А вот интересно, если я сейчас пососу, то я откуда начну? А вот это я хз, откуда принято? Вот это самое интересное для меня сейчас. Еще чуть проверю. Всем светящийся писюльку. Привет, Мими! А вот в третьей двери будет топовая музыка. Мне больше всех нравится за всю игру. О! Вот кто там? Ой, Пугало уже 15 месяцев! Молодец, Пугало, за 15 месяцев. Спасибо тебе, чувак. Красавчик, красавчик. Соупока. Ну да, косой показался ли. Да. Для пугала тут. Блять! Для пугала это точно надо соупока показывать. За 15 месяцев, блин. Вообще. 15 месяцев, да. Блин, а вот. Да, Вов Геймс. Вот сейчас 3 соспомнится, снова 3, понятно. Бесполезно, короче, побывать. Кирби-генератор есть дегемоны? Нет, нет, не того, ни другого. Кстати, я бы хоть и бы успел вот это вот. А? За домашним. Да ёпта! Да, ты могла бы успеть пройти, а не стрелять в эту. А, ну я, да. Ну вот сейчас мы и узнаем. Да, да, кстати, подход близок. Опять могла пройти. Да, чтобы не тратить лишнее время. Не можешь стрелу, Таня. Сейчас будет пососный момент, когда экран продвинется, ты не можешь двигаться. И теперь жди, пока она вернется. Потом меня будет сосать. Да, потом будет сосать. На самом деле проще дамажиться. Дамажиться, да, то можно улететь. А, ухо чешется. О! Аккуратно! Зачем ты не стреляешь, когда они рожей к тебе, они же в тебя начинают стрелять в ответ? Они в меня не стреляют, если... Можно дождаться, когда они будут тебе спиной и будут стрелять против рожей. Я есть, короче, тоже два пути. Путь проще вот за этим мудаком, который вот этот вот. А второй путь надо лезть наверх. Но во втором пути может какой-нибудь бонус, типа магазин. Ну, хотя, скорее всего, там магазин, короче. А там, значит, быстрее можно пройдешь босс. А, ну да, покупать-то нечего, так что можешь только найти направо, короче, вот там. Да, аптечки даже. Мне через стрелу видно, да. Ну, по-моему, можно и так принять. Ну, кстати, вот этот всасывал бы перетачный. Ну, лучше.
О-о-о, кстати, мне... Блин, 11 месяцев у Трахекса, интересно его реакцию, то, что он пока что у него 11 месяцев и ни разу не писал в чат. Да иди направо, забей, может там подниматься, ну дома. А, о, понятно. Нет, там бы ты все равно сюда пришел. Блять. Доброе утро, скипница. Нет, просто скипница, ты так удачно заходишь. В смысле, она заходит на меня? Она всегда? Заходит, да, я всегда тебя вижу. А вот здесь, да, сейчас надо, короче, аккуратно. Потому что тут еще этот летает. Как батька. Второй босс. Ну вот, кстати, сейчас узнаем, да, если это... Блять, он такой же, что ли? Да, я жгу трех роботов, а у меня до вас босс. Страты есть уже. Классно, у Леры марафон. Привет, Крэйзи Сайрес. Тут же было чувство, когда нет горячей воды, она есть. Не забудь всё... полотенчик, нет, кот. Том и Джерри был пройден. Все прошли. Все прошли. Еще ничего не трогали. О, сейчас будет топовый музон. Я надеюсь, что будет сейф с третьей комнаты. Сначала начинать. Потому что сначала такое. Вообще не хочет. Они домашние только когда. Да, вот так. Ай, там гитух! Я еще думал, что-то не попадает. Здорово, Ануза. Ванус. А тут еще и хили, что ли? Нет, он... Нет. А тут в хп тогда? Не знаю. Вот, что-то а может, хилит? Стрела. Ну, это посос. Какой мерзкий. Привет, Симбу. Косой, когда ты играть будешь? Косой ночью игра с фантомом. Я уже играл. Блин. Полчаса назад. Да они что, как я должна это... Ну все, я здесь надолго. Все, я сейчас умру. Надо в них стрелять и убивать. А ну, их можно узнаем, убить? Кстати, да. Ну, да. Всех можно убить. Сейчас узнаем. Ну. Слава небесам. Интересно, петух есть? Да. Ну, скандал, в принципе, логично, что будет. Свой похож на Нефёдор. Кто такой Нефёдор? Кого угодно. Да, я не помню, знаком, я не помню. Блин, я не знаю, что убивать можно. Пощадите, змейки. Сейчас бежать. Хотел перепрыгнуть. Мерзкий змей. Ну тут уже такое чувство, можно в паре мест уже. Не, неохота спать, Харас. Кстати, тоже будет одно место, где у тебя будет всего лишь одна попытка пройти, либо смерть. Очень такое. А меня орел точно. Ну, у меня одно хп, лол. Мне запали. Лера очень часто видит посос, может, приведуешься в Лера посос палит. И говорит, сейчас меня забанят. А ты знаешь шутку, откуда пошло-то? Ну, понятно, что говорили посос, но. Значит, это мемасик связанный, анекдот, связанный со словом посос. Реддит в Твиттере, небось, не сидит. Не знает эту историю. Наверное, нет. Лес. Сейчас было неплохо. Вот мог бы меня вперед перенести.
взгляде. Ну как, лицом. Ванну сидите. И Миша не знает уже смотри. Сейчас надо самой там на шипы прыгнуть. Я не буду тебе рассказывать. Я не буду тебе рассказывать, сами тебе пусть рассказывают. Не проснусь. Это игры моего детства. Нет, это вообще игры детства. Слышь, ты что такой прыгучий? Ну тут вообще так, кстати, да. О, а туда ж замагнулся. Короче, здесь есть путь легкий направо и сложный наверх и направо. А магазинчик где? Наверх и направо, конечно же. Там только оружие брать так. Ты можешь подпрыгивать на ней, как только ты не на ней, она будет опускаться вниз. Сейчас все будет. А с другой стороны, я сейчас пойду по легкому пути. Если я до туда дойду, сейчас я пойду по легкому пути, потому что у меня сейчас full HP и прочее. Пока там где-то забито. Да, там с подушками там. Лол, они не могут запрыгнуть. Сидям в красном платье. Будешь падать? Падай. Падай. Ну. Да, каныч так. Бледом, сейчас бы не на стрелы прыгнуть. Броли есть какие-то хамелеон? Есть. Так, по-моему, здесь... Убить, а там дальше можно пытаться. Ну, да, там, получить. Идите в анус. Марафон стоит на коленочке, подъезд. Опять же скину. Чё? Привет, Алексеус. My Little Gitman, ну да. Одно хп. Короче, это, стой. Вот сейчас там будет шанс только один. Ты должна будешь добежать до самого конца, быстро вызвать стрелу и запрыгнуть на нее. Ну, и запрыгнуть, соответственно. Если ты проебешь стрелу, ты упадешь вниз на шипы. Пасос. Да. То есть нужно не до конца еще добежать. Да неважно, может, там, плотную. Там вообще. Плотную. Главное успеть вызвать прыгнуть. Да. Нет, я еще не спал. Вон, Армаз. Я не допрыгиваю. Ты допрыгиваешь, жми на прыжок. Жми, блин. Зажми. Ну все, сейчас, короче, третий робот, потом босс и ласт босс. Три босса подряд, короче. За командами не следят? Бывает, пугало, бывает. Да ты ж пришел. Ну, сам где-то до тебя останется Мегамен. Ну да, изи Мегамен. Дамажит, да, она просто туда-сюда ездит. Не, ну я думал, как там выжимается. Не. Ну, коня охотится. Короче, мне вот этот босс, который сейчас будет, сложнее, чем ласт босс. Это самый сложный босс в всей игре? Ну, я считаю, что да, вот сейчас, который сейчас будет. А ласт босс легче. Главное, чтобы конт с него был. Забыл. Да. Интересно, вот сейчас я убью первую форму, а вот вторая форма будет конт откуда, со второй формы или с первой? А, это тоже, который с лопаткой будет.